четкий юридический адрес. Глушко 17А. Вот. Заказчик строительства, физическое лицо. До этого там было нежилое помещение, кафе-ресторан у него. Оно сгорело в 2015 году. В 2018 году он подал уведомление о реконструкции данного кафе. И сейчас проходит реконструкция данного кафе. В связи с тем, что обрушилась стена, нами будет сделана позаплановая проверка, как исполняются технические решения и авторские решения по поводу данного строительства. Насколько нам известно, что мы общались и с заказчиком строительства, пострадавших не было. Шла женщина, которая упала, споткнулась за 100 метров до стройки. Строители вышли и женщине помогли. И пошли, скажем так, подумали, что она упала возле стройки. Но это было не так. А женщине помогали просто прораб и строители. И подумали, что это завалилось, наверное, скорее всего, от стройки. Они помогали ей с человеческих каких-то побуждений. Да? Кроме того, вызвали ей скорую, за что она им очень благодарна.